Ребята, всем привет! С вами канал Страна Игрляндия, и сегодня мы поиграем с Анжелочкой. Ой, беда! Представляете, у нашей Анжелочки закрылась входная дверь, и она всю ночь простояла на террасе. Она просто чудом не замерзла, нужно срочно ее согреть. И еще дать зелье бодрости. Сейчас у нашей Анжелки пополнятся силы. Ну а теперь давайте дадим ей стаканчик теплого молочка. Но этого, конечно же, мало, поэтому дадим ей еще свежий круассанчик. Ведь она у нас бедняжка, не только замерзла и не выспалась, но еще и проголодалась. Давайте накормим ее очень вкусными вафлями с медом, а то вдруг у нее заболит горлышко, а так мед ее защитит. Так, ну и сейчас будет самое основное блюдо. Это теплая вкусная кашка. Моя Анжела постоянно ест ее на завтрак. Так, ну а теперь нужно принять горячую ванну. Ведь представляете, ребята, за окном мороз, а наша Анжелка была в летнем платье. Надеюсь, что теплая водичка ее согреет, и она не заболеет. Тем более, ей категорически нельзя болеть, ведь у нее впереди новогодние выступления. Ну а мы сделали две полезные вещи одновременно. Искупали Анжелку, ее согрели и привели в порядок. Теперь она у нас чистенькая и пушистенькая. Ах да, и конечно же, нужно обязательно почистить зубки. Хотя Анжелочка не очень любит это занятие, но все же о зубках нужно заботиться. Ведь улыбка в ее карьере – это очень важный элемент. Ну а для того, чтобы улыбка всегда была красивой, нужно позаботиться о том, чтобы зубки были чистыми. Ну а теперь отправляемся на репетицию. Только сперва нужно переодеться и сделать макияж. Щечки Анжелочки сделаем румяными. Теперь выберем тени для век. Хочу, чтобы сегодняшний образ Анжелки был ярким, поэтому выбираю ярко-желтые мерцающие тени. Ну а краешки накрасим нежно-голубым. Получается немножко необычно. А вот реснички накрасим необычным цветом. Выберем небесно-голубую тушь. Девчонки, ну а вы напишите, какой праздничный макияж вы придумали своей Анжелочке. И последний завершающий штрих – это, конечно же, губная помада. По-моему, получилось суперски. Ну что, Анжелка, теперь осталось дело за костюмом. Давайте Анжелочке наденем новогодний костюм. А вы пишите, в чем Новый год будет отмечать ваша Анжелка. Ну, наконец-то! По-моему, Анжелке этот наряд очень идет. Эу, Анжелочка, ну что ж ты танцуешь на террасе? Здесь ведь холодно. Пойдем с тобой в твою новую танцевальную студию. Итак, для начала нам нужно вспомнить несколько движений. И первое движение – это «Ура-волна». По-моему, оно самое классное. Кому оно также нравится, пишите букву «А». Второе по важности танцевальное движение – это «Черлидер». Анжелка его уже запомнила. Кстати, это движение тоже очень интересное. Зажигательное и заводное. Еще одно движение – буги-твист. Простое и несложное в исполнении правый шаффл. Очень милая заячий буги. И, конечно, всеми полюбившиеся «Обними мир». Ну все, Анжелка, у тебя все отлично получается. На этом репетиция окончена, и пора выходить на сцену. Юху! Анжелка, давай покажи все, что ты умеешь. Как же красиво она смотрится на сцене. Ну все, нашу Анжелку засыпали звездочки эмодзи, смайлики и сердечки. Она просто невероятно исполняет новогодний танец. Анжелка, ты супер, ты лучше всех, ты просто настоящая мегазвезда. Ну давай, подари сердечко зрителям. А теперь сделаем зайчий буги. Наша Анжелка иногда похожа не на кошечку, а на зайчика.
Ведь зайчики тоже такие же миленькие, беленькие и пушистенькие. Юху, Анжелка, все аплодисменты только для тебя. Посмотрим на призы. Я думаю, что за такой зажигательный танец нашей Анжелке сразу же положена вся эксклюзивная косметика. Тем более, она так необходима для нового выступления. Итак, быстренько меняем образ, смываем прошлую косметику для того, чтобы нанести новую. Ну а вы напишите циферку 1, кому понравился новогодний образ Анжелки. Ну а кому понравится следующий образ, пишите цифру 2. И к слову, этот образ тоже будет зимним. Только на этот раз Анжела будет в платье хрустальной принцессы, под цвет которого мы и делаем макияж. Можно, конечно, еще Анжеле изменить цвет глаз, вообще получится отпад. Хотя мне нравятся и зеленые глаза. Так, ладно, Анжелка, давай поторапливаться, ведь зрители ждут. А нам с тобой еще надевать платье. А я ведь даже точно и не помню, где именно оно находится. И еще, чуть не забыли, ведь нужно сделать прическу. Я думаю, пастельный вихрь подойдет. Так, Анжелка, по-моему, мы смотрим не там, где нужно. В дизайнерском отделе его нет, так что будем смотреть в повседневной одежде. Вау, она просто неотразима. Ну все, Анжелка, желаем тебе ни пуха, ни пера. Ну а я напоминаю, кому понравился второй образ, пишем цифру 2. Возьмите еще одно сердечко для любимых зрителей. Ну а настоящие преданные поклонники могут поддержать Анжелочку своими лайками и комментариями. Ведь Анжелка старается для вас. Ой, только представляете, мы нашей Анжелке забыли надеть туфли. И она выступает босиком. Надеюсь, что никто не заметил. И этот нюанс никак не отразится на бал жюри. И напоследок еще обними мир. Ну все, концерт, по-моему, удался. Все прошло на высшем уровне. И ура! У Анжелки открыты все макияжи суперзвезды. Так что ее участие было добровольным и в удовольствие, и не из-за каких-то там призов. Ну а теперь самое время просмотреть все сообщения. Нам срочно необходимо поиграть в желейку, нужно побороться с вредителями. Если удастся побить рекорд 10 тысяч баллов, нашей Анжелке положена награда в качестве 50 золотых монет. Я думаю, что на данный момент Анжелке даже не важен сам выигрыш, а само участие. И самое главное – победа! А еще она очень любит азарт и различные испытания. Вау! Задание выполнено, награда получена, а это значит, что мы можем выходить из игры. И за такую хорошую игру нашей Анжелке положен еще дополнительный приз. В виде вкусной конфеты. Так что, Анжелка, пойдем на кухню. Посмотри, какой у тебя аппетитный леденец на палочке. А еще, ребята, я думаю, нужно сходить в магазин. Давайте на всякий случай Анжелке купим мороженое и еще конфет. Так, только всего много набирать не будем, ведь я заметила, что нашей Анжелочке в подарок одна бесплатная корзина с продуктами. Представляете, полная корзина вкусной еды. А сейчас будем чистить зубки и собираться в зимнее путешествие. У нашей Анжелки предстоит длинный долгий путь. Только вот я думаю, что этот наряд для путешествий не подходит. Нужно надеть что-нибудь более удобное и практичное.
Тем более для ежедневной носки концертный наряд не подходит. Да и макияж слишком яркий. Ладно, сейчас наденем розовый свитер и смоем яркие краски. Ведь с такими ярко накрашенными глазами ходить просто неприлично. Давайте сделаем Анжелке более естественный и природный макияж. А подчеркнем ее красоту, подчеркнув выразительность взгляда. Ну все, теперь наша Анжелка практически готова. Осталось только запаковать чемоданы. Посмотрим, сколько чемоданов наша Анжелка набрала в дорогу. Но сперва попробуем выиграть для нее парочку призов. Неплохо, наша Анжелочка разбогатела на один бриллиантик. Еще пробуем. И на этот раз выигрыш составил 50 золотых монет. Похоже на то, что день у нашей Анжелки удался. Концерт прошел на ура, призы получены отличные и настроение прекрасное. Быстренько складываем чемоданы и отправляемся в путь-дорогу. А я напомню, что с вами, как всегда, был канал «Страна Игрляндия». Подписывайтесь, кто еще не подписался на наш канал, и с удовольствием смотрите каждый день новые видео. Вау, так быстро задание выполнено! Анжелка у нас сегодня молодец! И на такой позитивной нотке я с вами буду прощаться. Всем пока и до новых встреч!